Опять этот сон приснился. Про болото. Да. Как будто тонет кто-то. Или я тону. Может, и ты то горишь, то тонешь на работе своей. Да, папа, алло. Алло. Привет, доченька. Слушай, а ты что сейчас делаешь? Я на дежурство, до этого хотела к стоматологу. А. А ты можешь к нам заехать? Что случилось? А тут дело одно есть. А, ладно, сейчас приеду. Бутерброд хотя бы можно съесть? Ну, ты можешь прямо сейчас к нам заехать? Да все, все, выезжаю. Спасибо. Ребенку даже поесть не дали. Ничего. У нас поезд, я каши наварила. Вань, не люблю выволочки устраивать, но всему есть предел. Ну, елы-палы. Давай вспомним. 4 числа. Пьяная драка в ресторане на улице Мухинская. Ну вот она вот здесь, под боком. Ты куда наряд выслал? На Муринскую. В другой конец города. Хорошо, напарница вовремя среагировала. Виноват, товарищ майор, спутал. Дело в том, что я в те дни просто был, вот буквально... балансировал на грани суицида. Чего? Балансировал между жизнью и смертью. Меня невеста бросила. Чё-то недолго балансировал. Кто себе брюки наутюживал в пятницу? Наутюживал. Виноват. Но это так, цветочки. А вот потеря жетона сотрудника полиции. Согласен. Но я в рапорте подробно написал, что он исчез тогда, когда я помогал паковать этого задержанного Володина. Он активно сопротивлялся в обезьяннике. Вот была целая вот катавасия. Мы с нарядом еле справились. Видимо, во время всего этого жетон как-то вот свалился и куда-то заскочил. Понятно. Так вот, сегодня в ОВД заскочила продавщица Снежана? Нет. Из торгового центра, напротив. Хорошенько. Да. Просила передать Ванечке. Потому что до него не дозвониться, а он потерял. Не знал, что Снежана тоже Володина паковала. Ей бы орден за храбрость. Ладно, Калита, если бы ты действительно не помог ребятам с Володиным, был бы строгий выговор. А пока просто выговор. С предупреждением. Алексей Трофимович, ну в конце концов, ну меня гоняют из кабинета в кабинет. Ну сколько можно? Здрасте. Разрешите, я займусь. Держи. Пойдемте, я вам сейчас помогу, все решим. Вить, погода хорошая. Вылезай из своего компьютера. Пойдем погуляем. По магазинам? Ну, сначала по магазинам, потом, может быть, в парк сходим. Или в кино. В кино? Хорошо. Только пообещай мне, пожалуйста, что ты больше не будешь так с дядей Антоном разговаривать. Как? Как сегодня. Он обижается. Добрый день. Вы Елизавета? Да. Мне нужен ваш муж Константин Фалеев. Ну, если вы сюда пришли, то вы знаете, что мы в разводе. Я неверно выразился. Я хочу знать, где он сейчас. Вы общаетесь? Представьте себе, нет. И вообще он давно не подавал о себе вестей никаких. И телефон выключен. Понятно. Ну, если хотите, можете оставить свои координаты. Когда он позвонит, я ему передам. А скажите, с Костей что-то случилось? Ничего об этом не известно. Извините, всего доброго. Доченька, тут, значит, такое дело. Мы с Жанночкой поговорили. Мальчишки у нас совсем от рук отбились. А в сентябре им в школу идти. Со школы не повезло. Школа, мягко скажу, никакая. И продленка отвратительная. Вот.
А Жанночке скоро рожать. Вот, ну, сама знаешь, пеленки, коляски, кормление. Времени нет. Одичают пацаны. Без присмотра. Ну, я не знаю, у меня дежурство сутками. И в любое время вызвать могут. Да никто на твое время не претендует. Мы о том говорим, что близнецам нужно в хорошую школу перевестись. Ну, чтобы там контроль, образование. А такая, как известно, одна в Тишилове. Ну да, ну, первая гимназия Ломоносовская. Элитная, ты же знаешь. А я при чем? Пойдем побудем. Ну ты как раз и при чем. Так, одеваться быстро. Окей, быстро. Я помогу, я одену их. Ты не нервничай. Не нервничай. Ну просто в эту Ломоносовскую гимназию попасть практически невозможно. У Ани твоей Настя в Ломоносовской учится? Ну, вроде да. Ну вот. Значит, Аня твоя все подходы знает. Значит, иди к ней и проконсультируйся. Ну, я попробую. Давай прямо сейчас иди. А то там говорят, для тех, кто из другой школы переводится, там нужно дополнительное тестирование еще. Давай, 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 давай. Ладно, ладно. Ох, что ж за день-то сегодня такой, девушка милая. Вас как зовут? Лиза. Да, Елизавета. Я вам 10 раз объясняю. Вы себе головную боль устраиваете, и нам. Ну при чем здесь головная боль, если человек пропал? Кто вам сказал, что он пропал? Телефон не отвечает. Ну это обычное дело. Разрядился, потерялся, намок. К тому же вы сказали, что вы в разводе, что отношения были неважные. Ну а вдруг с ним что-то случилось? Хорошо, давайте начнем сначала и по порядку. Вы вместе живете? Нет. Ну вот. У вас есть какая-нибудь информация, что с ним случилось какое-то несчастье или могло что-то случиться? Нет. Конкретной информации нет. Вот и отлично, и замечательно. Значит, нет никаких поводов объявлять его в розыск. С другой стороны, вы ведь сами сказали, что раньше никогда не требовали алиментов, а вот на недавней встрече потребовали. Ну да, но... Ну вот, вот вам и ответ на все ваши вопросы. Редкий мужчина после такого не исчезает. Да, так что знаете, как мы поступим? Вы сейчас пойдете домой, отдохнете, выспитесь. Все обдумаете, а потом, ну, это мой вам совет, идите к мировому или в районный суд и подавайте на алименты. Они его сыщут в 2 счета, я вас уверяю. Где бы он там ни прятался, куда бы он ни телепортировался. Ладно, спасибо. Ой, не-не-не, Глашка, да вообще нереально. У нас там эта директриса Бабицкая. Просто помешана на репутации гимназии, никакого блат. Серьезно? Угу. И, между прочим, там же необычное тестирование. Там полноценный экзамен, куча сложных задач. Потом это еще наверху все проверяют в управлении образования. Сама Вицкая настояла. А как же твоя Настя? Ну, как-как. Целый год с репетиторами занимались. И, в общем, намучились, ужас. Ну, и там надо быть гением. Но Даньки с Ванькой такого не наблюдается, уж прости. Да это я и сама знаю. Да, я знала, что это все безнадежно. Слушай, Глаш, я тебя тоже кое о чем хотела попросить. В общем, у Толика работает один мужчина. Ну и не нравится он мне, короче. Неприятный тип? Ну, не то чтобы неприятный, доверие не вызывает, знаешь. Ты не могла бы там по вашим сводкам посмотреть, не проходил ли он где-нибудь? Как зовут? Его зовут Константин Фалеев Юрьевич, вот. Спасибо. Ну, пойдем. Пойдемте. Поговорим еще. Получите, распишитесь. Скажи, я больше не буду. Я больше не буду. Угу, не будет он. Вон, постой там. Прикинь, эта красотка явилась прямо в ОВД с моим жетоном. Буянов узнал, тут такое началось. Да Буянов вообще быкует. В зам выбился, вот и... Угу. Опаздываем. Я давно здесь. Я в канцелярии была, новые талоны регистрировала. Ты же там жаловался, что последняя книжка закончилась. А чё ты Назарова со старшим по званию пререкаешься? Непорядок. Товарищ старший лейтенант, там у вашего кабинета очередь собралась, волнуются. Не желаете поработать? О, нахальная. Клита, распустил. Не в настроении. Интонации какие-то недружелюбные. Не проходил. Кто не проходил? Куда не проходил? Фалеев Константин Юрьевич по сводкам не проходил. Ага. Стало быть, и тебя взяли в оборот. То есть? Бывшая жена Фалеева сегодня утром приходила. Симпатичная, кстати. Пыталась в розыск его объявить. Дескать, исчез, пропал, потерялся. А ты? Разумеется, я ее отговорил. Еле-еле. Но у нее там ничего, кроме психоза. Страхи, тревоги, панические настроения.
Пусть лучше на алименты подает. Этот ее муж объелся груш. Он и до исчезновения на ребенка никакого внимания не обращал. Что за люди? Черствые, как сухари. Кстати, ты мои печеньки не находила? Что-то я уже второй день найти не могу. Ты их съел уже. Нет. Будем искать. А склонность к математике – это прекрасно. Человек, обладающий математическими способностями, обладает перспективой, которая мало кому доступна. Вот ты кем хочешь стать? Вить, ну с тобой разговаривают, а? Топки и непроходимые участки издревле считались зловещими и гибельными. Витя, перестань смотреть в телефон, когда ты обедаешь. Спасибо, я сыт. Вить, как же, а чай? Извини, видимо, переходный возраст начался. Я считаю, что дело в нашем неустойчивом семейном статусе. В неопределенности и, как следствие, нервозности. Вот и ты уже плохо спишь. Я думаю, что нам нужно как можно быстрее оформить наши отношения. Да, ты прав. Узнала, что Фалеев никогда с твоим Толиком не работал. И что его разыскивает бывшая жена. Признавайся, тебя опять на приключения повело? Да ты что? Я чиста, непорочна, верна своему мужу. Ну, слушай, просто хотела помочь своей знакомой. Мы просто детей вместе в садик водили. И... В общем, у нее новый мужчина, очень ревнивый. И не хотела ее светить просто. Ну зачем ей тогда светиться в полиции? Кстати, точно. Слушай, если Лиза сама пришла, значит, у нее реально все плохо. Ну, хочешь, мы можем встретиться с этой твоей бедной Лизой и все выяснить? Да, давай. Только не сейчас, а вечером я все организую, хорошо? Ну, прям сейчас я тоже не могу, я на дежурстве. Что-то ты, подруга, темнишь. Вот, смотрите, не успела еще удалить. Да нет. Фалеев вообще сам по себе человек неплохой. Просто бесшабашный. Авантюрист. Вечно вяжется в какие-то истории, а нам потом всем расхлебывать. Надоело мне это все, вот я и ушла. Прошлой весной к другому. Может, не такому обаятельному, конечно, но зато надежному. А Фалеев? Ну а что Фалеев? Провернул еще какие-то пару дел, как ни странно, удачных. Даже машину себе дорогую купил. Вот на этой машине и уехал искать приключения. Ну, так а что? Странного? Так, да ничего, спасибо. Просто я Костю 2 недели назад встретила. Давайте, ешьте. Ну и разозлилась. Из-за ребенка? Ну, конечно. Не пишет, не звонит. А Витька ждет. Вот и сказала ему, что на алименты подам за все время. Мы же официально не оформляли. А он? Ну, а что он? Сказал, что были трудности, что деньги переведет и исчез. И телефон у него выключен. Ну а почему вы думаете, что с ним обязательно что-то случилось? Даже не знаю. Я понимаю, что это звучит очень странно, но снится, что леса какие-то, болота. А, еще вчера мужчина приходил, про него спрашивал. Подозрительный? Ну вообще, разговаривал вежливо, но на Бармалейна какого-то был похож, с бритыми бровями. В полиции говорят, идите... Подавайте на алименты, они его сразу найдут. Понимаете, мне не настолько эти алименты и деньги нужны, насколько тревожно. Вы мне поможете? Настя, ты почему уже выше меня? Не знаю. И выше моей брази. Иди. Спасибо. Так, ты поиграл? Да. Да, а теперь давай, у тебя огромный список литературы на лето. Давай, давай, давай. А у нас с тобой... Здорово, посмотрим. Опа! Толик заныкал. Слушай, Глашка, а почему ты Лизе так кисло пообещала помочь? На тебя вообще не похоже. Да чем тут поможешь, если этот Фалеев просто непутевый отец? Кажется, Ваня на сей раз был прав. Ваня это кто? Да Калита, напарник мой. Посоветовал Лизе обратиться за алиментом. Нет, конечно, заявление о розыске мы у нее принять обязаны, тем более, если она хочет. Но искать можно бесконечно. К тому же у нас в ОВД разыскными делами дознаватель Кашин занимается. Это редкий лентяй и тормоз. А тут еще никакого криминала. Как это? Ну,
как, ну ясно же, что Фалеев испарился после того, как бывшая жена о деньгах заговорила. Короче, если Лиза подаст в суд на взыскание алиментов, Фалеева будут разыскивать через службу судебных приставов. Тогда это будет гораздо эффективнее, для ребенка полезнее. А все эти сны дурные, сама понимаешь. Так, нет, подожди, а этот мужик подозрительный? Почему он подозрительный? Потому что Фалеева разыскивал? Ну, узнал, что тот в городе, захотел увидеться. Ладно, я тебе расскажу. Просто Лизу пугать не хотела. В общем, я его видела. Кого? Фалеева. Тем же вечером, что и Лиза. В общем, подхожу к дому. Вылезает из машины, из черного джипа. С затемненными стеклами. Весь такой мрачный, явно поджидал. Рассказывает о том, что помнит, как мы детей там в детский сад вместе водили, все такое. Достает сверточек. Да, протягивает мне и говорит: возьмите, пожалуйста, на хранение. Если через месяц не заберу, передайте, пожалуйста, Лизе. Ну и попросите за меня прощения. У нее и у сына. Ну и что в том свертке? Сейчас. Так, где он? Вот. Щетка зубная. Да, понимаешь? Значит, произошло явно что-то страшное. Щетка для чего? Для ДНК. Ну, чтобы в случае чего можно было тело опознать, понимаешь? Фалеев явно ввязался во что-то очень нехорошее. Слышь, какая-то дикая история. Вот именно. Ну, у вас же как в полиции. Ну, нету тела, нету дела. Ну, это так, факультативно. Ну, попробую я, попробую. Спасибо. Ты уже у нас самый талантливый, да? О, давай. Лиза, здравствуйте. Я хотела спросить, а вы не знаете, зачем ваш бывший муж в Тишилов приехал? А зачем приезжал, я не знаю. Да и не спрашивала. Угу. А где он прописан? Ну, раньше мы все у его матери жили. Она уже умерла и квартиру сыну оставила. Правда, кто там сейчас живет, я не знаю. Я вчера специально заезжала, никто дверь не открыл. А скиньте мне адрес, пожалуйста. И еще телефоны его приятелей здешних. Хорошо. Не видел и не хочу. А увижу, распишу, как бог черепаху. Так и передайте. Кто ж Костяну такие деньжища даст? У него ветер в голове. Денег просил, только я не дал. Верно, у меня тоже миллион запросил. Сказал, собирается ресторан открыть. Ну, я отказал, конечно. Почему? Во-первых, Костя Фалеев несерьезный человек, прожектер. Во-вторых, мне сейчас не до благотворительности. Проблемы? Расходы большие. Моя фирма на работу с третьим переходит. Слышали о таком? Нет. Изотоп водорода. Радиоактивное вещество. Проникающая способность, правда, маленькая, но требуется переоборудование производства. Понятно. А Фалеев не говорил, где он ресторан открывает? Не помню. Или в Тишилове, или в Лесогорске. Раньше меня приехали? Кто, я? Вы на просмотр квартиры? Я с полиции. Ага. Значит, квартира продается? Да, я риэлтор. Давайте зайдем, у меня вопросы. Пожалуйста. Господи, что это? Похоже на погром. Или обыск. Понимаете, я владельцу... Фалееву? Да, помогала сдавать жилплощадь после смерти матери. А сам он живет в области. А полмесяца назад Константин позвонил и сказал, что хочет продать квартиру. И взамен купить комнату, причем очень срочно. Интересно. Я выследила жильцов, подобрала варианты, а Фалееву не дозвониться. Хотела покупателям показать. И пожалуйста. Не трогайте. Алло, дежурная часть? Это Назарова. О, Лёнь. Спасибо тебе, Назарова. У меня и так куча дел в производстве. Твоими стараниями новое свалилось. Причем тягомотина не криминальная. Как это не криминальная? А взломанная квартира, погром. И потом, Фалеев пытался занять у своих приятелей деньги, целый миллион. И что? Ну что, ну явно же не для алиментов. Слушай, как думаешь, может его на счетчик поставим? Ну пошла строить версию. У меня тоже есть версия. Ну какая? Весь этот театр сам неплательщик алиментов и организовал. Ну, типа исчез, но не по своей воле. Да? А зубная щетка? Из той же серии. Или ты что хочешь, чтоб я ее к делу приобщил? Чтоб все ОВД под столом валялось? Сбежал твой Фалеев, у его жены психоз, а ты дурочка наивная. Да пускай я дурочка, но давай хотя бы в Лесогорск съездим, это же рядом. Зачем? Фалеев там временно зарегистрирован, я узнавала. Может, он вообще не сбежал? Слушай, вот у тебя сутки через трое, да? Ну? Ну вот и дуй свой Лесогорск, если времени не жалко. У меня свой график. Лентяй ты, Леня.
Глаш, привет, а ты разве не выходная? Здрасте. Выходная, я по делу зашла. Куда направляешься? Да я на автобус в Лесогорск поеду. Так я тоже. Хочешь, подброшу? Что, правда? Конечно, хочу. Ну да, сейчас только боевого коня починим. Отбывает начальство. Буянов, на очередные подвиги. С катертью дорога. Но заручу с ними. А я знаю. Уже заноза, ну в каждой бочке затычка. Она мне целый час мозг с Валеем выносил. Ты че? Да не, ничего. Я вообще не понимаю, как ты с ней в одной дежурке целые сутки удерживаешь. Ой, не говори даже. Но самый душный, конечно, Буянов. Ох, он просто замордовался своими сверхурочными, постоянно все контролирует. Будто не понимает, что такое любовное томление. Слушай, а у меня идея. Давай мы их нейтрализуем. Так. Мы направим их вредную энергию друг на друга. Как? Смотри, мы убедим Назарову, что Буянов в нее влюблен. А Буянова убедим, что Назарова в него втюрилась. Бой идея! Ну вот и будет им чем заняться, мы заодно развлечемся. Да ты голова, ё-моё! Поможешь? Возглавлю. У нас, представляешь, в Тишилове ситуация с фальшивыми купюрами обострилась. Просто вал. И главное, что действовать не поодиночке, а бандой. Накрыть никак не можем. Вот появилась информация, что нити ведут в Лесогорск. Хочу с тамошней полицией пообщаться. А ты по какому поводу? Да я Кашину хотела помочь, поискать там одного человека. Фалей. Слыхал. Алименщик, у которого квартиру обнесли. А может, не обнесли? Может, его хотели испугать? Помоги. Ты везучая. Только на рожон не лезь. Так точно. Алексей Трофимович, можем ехать? Давай, Маша. Так, пружно. Здравствуйте! Есть кто? Ау! Кого ищете, ой, что ли? Здравствуйте, простите. Меня зовут Глаша Назарова. Я ищу Константина Фалеева. Вы не... А меня тут Трофимычем кличут. Так, у нас все по-простому. У нас начальник тоже Трофимыч, хороший человек. Я тоже не хуже. Вот. Ну, должен, барышня, вас огорчить. Нет его? Ну как нет? Ну вообще-то он есть, конечно, понимаете. Костя Фалеев у меня уже год как комнату снимает. Да, просто сейчас в отъезде. А куда уехал? Ой, ну кто же его знает? Ну он то приезжает, то уезжает. Вот уже 2 недели как нет его, понимаете? И потом, ну что, я за ним следить буду? Вон у меня работы. Представляете, сколько? Вот это же все содержать надо. Же... Бабка умерла, все на мне теперь, ну. Сочувствую вам. Ага. А может вам... Может, вам к его другу обратиться? О, друг есть? Да. Макс Бородин, у нас такой есть предприниматель, и у него автомастерская есть. Вам надо, значит, вот по улице так пройдешь, да? Потом направо и до упора. Хотя это тоже не вариант. Почему? Да потому что конфликт у них вышел. Говорят, что Бородин застукал свою жену Кристину с Фалеевым. Понимаете? Вот, и, короче, не скажет вам ничего. А Кристина это где? Кристина на работе, где же ей быть? Вы вот как шли к нам, да? Там висела такая табличка «Парикмахерской пряди». Вот там зайдите к ней. А потом ко мне. Я вас чайком напою. С вареньем. Лучшего во всем Лесогорске нет. Спасибо. Ага. Я боюсь, я не успею, но спасибо. Да спасибо. Не, ну заходите, да. До свидания. Здравствуйте, это вы меня спрашивали? Здравствуйте, я из Тишилова, из полиции. К нам поступило заявление на розыск Константина Фалеева. Может быть, вы... Я так и знала, господи, что ж теперь будет? Подождите, успокойтесь. Вы понимаете, я его люблю. Кого? Фалеева? Да нет, мужа, Макса, он запил, и я назло. Что, изменили? Да нет, ничего серьезного. Ну, поцеловались, и тут Бородин заходит, и такой скандал закатил. А потом? А потом Фалеев исчез. Макс совсем запил. А когда я спросила про Костю, он меня ударил. И вы думаете... А потом я нашла ключи от машины Фалеева, у мужа в ящике. Там еще был такой приметный брелок с рысью. Ну, мало ли. А потом я и машину Фалеева нашла в гараже.
Вы понимаете, я вся извелась. Мой Бородин, он прекрасный человек, добрейший. Но когда выпьет, просто дурной становится. А вдруг он что-то ужасное совершил? Подождите, секунду. Алексей Трофимович, не отвлекаю? Я тут выяснила, что Фалеев мог стать жертвой бытового убийства. И хотела бы поехать опросить подозреваемого. А вы сказали, на рожон не лезть. Подъедете? Отлично. Номер Бородина дадите? Да, сейчас, минут. Любуйтесь. Это машина Фалеева. Ну да. Его тачка. И что? Я его пальцем не трогал. Ну а сам-то он где? Сказал же, не знаю. И вообще это я жертва, а не этот ваш Фалеев. Хорошо, расскажите. А чего рассказывать? Явился сюда. Давай вместе говорить. Мы с ним в армии служили. Ну, помог ему обустроиться, работу взял. Но Фалеев же спокойно не может. Загорелся идеей. Присмотрел избу в центре поселка. За копейки, говорит, продается. Давай подновим и устроим в ней ретро-ресторан. Ну, в принципе, идея неплохая. Вот я и повелся. Выложил все свои сбережения. И в результате? Оказалось, что избушка эта не просто так за бесценок шла. Ее проще спалить, чем обновить. Влетел я на деньги, потом еще этого подлеца со своей женой застукал. И разъярились. А вы бы? Кристинку-то я давно подозревал. Все-то она куда-то ездила. В общем, высказал им все, но не убивал. Ну а машина почему здесь? Потому что я хитрее придумал. Я сказал Фалееву, чтобы он мне мой миллион как угодно вернул. И потом пускай катится с Кристинкой на все четыре стороны. Мне объедков не надо. А он? А он сказал, не проблема, найдет деньги. Только я недоверчив. Машину его себе оставил под залог. А Фалеев уехал? С концами. Кристинка теперь ко мне ластится. Глаза б мои на нее не смотрели. Понятно. В ближайшее время никуда не уезжайте. Вас вызовут. Вы бы, Максим, поменьше убивались своими страданиями. На себя бы посмотрели. В смысле? Может, если пореже прикладывались бы к бутылке, то избу гнилую не купили бы. И жена бы не смотрела на других. А насчет ее отлучек, это она в деревню ездила. К знахарке. Та пообещала, что вас вылечит от алкогольной зависимости заочно. Если не верите, спросите, узнайте. Все-таки, мне кажется, Бородин ни при чем. И потом, Лиза, жена бывшая, она встретила Фалеева уже после того, как вся эта история в Лесогорске произошла. И деньги в Тишилу он правда искал, значит, отдать собирался. Ну, не найдя денег, он мог вернуться обратно в Лесогорск, и конфликт мог вспыхнуть с новой силой. Мог. А у вас как, товарищ майор? Нашли гнездо фальшивомонетчиков? Да нет. Информация не подтвердилась. Придется искать дальше. Найдете. Откуда такая уверенность? Просто я так думаю. Ну, что там? Снял катушку, а тут... Посмотрите. Привет, привет. Проходи. А девчонок пока нет? А где они? А они... Какое-то тестирование в Настькиной гимназии. Не знаю. Они пошли, ну, этого, на Лискину Витьку поддержать. Лиску же знаешь? Знаю. Я не знала, что Витька поступает. Ну да. Ты располагайся. Анютка сказала, чем тебя вкусненьким накормить. Их мужей, как ты, надо в качестве приза вручать. Толь. Ау. Это чья книга? Анюткина.
Ну, она на детектива подсела сама, знаешь, после кого. Подожди. А вот это вот тебе знакомо? Ну да. Моя щетка. Держи связь с Лесогорским ОВД, вызывай Бородина Втишилов. Допросишь подробно, под протокол. Слушаюсь. Ну что, если Фалеев убит, он у тебя первый подозреваемый, понял? Товарищ майор, ну у меня там с другими делами завал. Ты ускоряйся, ускоряйся, Каша. И прекращай на плечи Назаровой свои дела перекладывать. Это опасно может быть. Да я не перекладывал. Да она сама попросила, что, ну, когда узнала, что вы в Лесогорск ездите. Ну, а я сочувствие проявил. Я романтические чувства уважаю. Какие? Ну как же. Да все ОВД в курсе, что наша Глаша влюбилась. В кого? Товарищ майор. Догадаетесь. Слышь, Кашан, ты давай тут мне не загадки загадывай, а иди дела свои делай, если у тебя завал. Пошел. Ну да, Глаш, я дура. Что уж там говорить. Стырила сюжет из дурацкого детектива, свистнула щетку у Толика. Ну, шо, а как? Вот как еще я тебя должна была смотивировать? Слушай, кончай юлить. Давай, рассказывай, что сделал Фалеев, зачем тебе эти поиски и почему ты меня обманывала? Я не понимаю, как можно было не решить ни одной задачки. Мы не поняли. Чего вы не поняли? Мы испугались. Там знаешь, как сложно было? Вот, например, сколько весит гусь на одной ноге? Гусь на одной ноге? Я не знаю, сколько весит гусь на одной ноге. Надо думать, что делать, он гусей считает. Ну, давай поищем другую школу. И зря мы Глашку не послушались. Только детей его травмировали. Нет, эти в гимназии просто еще не знают, с кем они связались. Я сказала, мальчики будут учиться в этой школе. Значит, будут учиться. Ты только не нервничай. Я не нервничаю. Нет, ты нервничаешь. Нет, я не нервничаю. Тебе просто нельзя нервничать. Я не нервничаю. В общем, существуют некоторые обстоятельства. Мне неудобно было тебе признаться, понимаешь? Рассказывай. Ладно. В общем, в нашу гимназию Ломоносовскую на самом деле очень легко поступить. Главное, иметь деньги и номер человека, который все организует. А как же экзамен? Ну, он же письменный. В общем, все дело в подстраховке. Есть человек-посредник, который за 50 тысяч выдает родителям дубликаты бланков, на которых будут писать вступительные работы. Исправить можно. Угу. Причем, как ты понимаешь, в комфортной домашней обстановке. Ну и потом этот посредник объезжает подопечных, собирает эти исправленные работы, как ты понимаешь, идеально правильные, ну и меняет их на те, что были написаны в школе. Подожди, ты же говорила, что работу возит в управление образования. Угу. В понедельник. А работу пишет в субботу. А, лихо придумано. Кто такую схему разработал? Ну, кто-кто. Наверное, само руководство. Это Бабицкая только строит из себя святую. И значит, твоя Настя поступила туда, да? Угу. Да, и тоже через подстраховку. Ну, как я тебе могла о таком рассказать? Ну, ты такая правильная, Глаш. Я-то? Это когда заданьку с Ванькой пришла просить? Угу. Тем более. Ну, 100 тысяч за двоих парней. Ну, откуда у твоих такие деньжищи? Ну, хорошо, ты мне скажи, при чем тут Фалеев? Я ничего не понимаю. Да, это вообще другая история. Это я с Лизой случайно встретилась в магазине, ну, где-то месяц назад. Мы разговорились, и Лизка сказала, что ее Витик очень классно шарит математики. Ну, и намекнула на то, что неплохо бы ему перевестись в Настину школу. А ты? Я решила помочь. Дала номер этого посредника, сказала, что от меня. Только этот Антон ее просто нет и все. Вот не будет никаких взяток. Витя сам напишет этот экзамен. Принципиальный? Ну да, зануда, слишком правильный. Ну и что, Лиза очень расстроена, идет по улице, думает, откуда ей взять эти 50 тысяч. И случайно встречает Витькиного отца. Фалеева. Ну ты же меня знаешь. Если я говорю будет, значит будет. Я тебе обещаю, через неделю как пить дать. Ну про... пока. Костя. Привет. Значит, ты в Тишилове? Я? Нет. Ну, то есть, случайно вот заехал буквально на день. Хм. Ну как поживаешь, как дела? Все отлично. Витя, как? Тебя это вдруг заинтересовало? За год один раз ребенку позвонил. Я уже не говорю о том, что копейки не перевел. Ну, погоди. Че годить-то? Кстати, я подаю на алименты. С тобой по-другому никак. Зачем на алименты?
Я и так готов. Ну, ты же знаешь, я Витьку люблю. Ничего не жалко. А не звонил, ну... Да мне, понимаешь, хотелось по жизни хоть что-то добиться. Ну, иначе как общаться с сыном? И к тому же... Ну, ты же сама говорила, что вам ничего не нужно. А теперь понадобилось 50 тысяч посреднику, чтобы ребенок учился в нормальной гимназии. А я готов. Когда нужны деньги? Через 2 дня. Без проблем. Ты только знаешь что? Ты мне номер телефона этого посредника дай. Я сам с ним свяжусь, деньги ему передам. Не получится. Там еще этот посредник должен бланки привезти для экзаменов. Да завезу я тебе эти бланки. Лиз, ну пойми, мне просто так удобнее будет. Как хочешь. Прекрасно выглядишь. Только вот Лизе бланки он не передал. Исчез. Ну, это неудивительно. Я выяснила, что у Фалеева никаких денег не было вообще. Нет, ну не может быть такого. Ну не мог он просто так отключить телефон. Я же помню, что он Витьке души не чаял. Слушай, а мне знаешь, что Лиза рассказала? Что Витя такие рисунки стал странно рисовать. Ну, портреты семьи, как будто прям зациклился. И причем семьи не нынешнего состава, а того прошлого, где папа Костя. Бедный парень. Угу. А Лиза при встрече с Фалеем показала ему этот рисунок. И он прям прослезился и с собой его забрал. Сентиментальная ты моя. Хотя, честно, я вру. Сейчас мне самой кажется, что с ним что-то случилось. Вот, понимаешь? Скажи, когда Фалеев пропал, вы посреднику звонили? Конечно. Ну, через 3 дня, когда беспокоиться стали. И причем он сказал, что с ним никто от Лизы не связывался. Поэтому сегодня Витик сам работу писал без всяких подстраховки. Позвони-ка посреднику. Недоступен. Слушай, не нравится мне все это. Глаш, ну не может же банальное жульничество в сфере образования быть связано с пропажей человека. А вот я так не думаю. Ань, не отвлекаю? Значит, смотри, телефон посредника зарегистрирован на старушку, которая скончалась 5 лет назад. Можно, конечно, посмотреть, кто пополнял счет, но это долго. Я что предлагаю? Надо идти и сразу разбираться с директрисой. Да погоди. Назарова, нашел. Да никто Настю твою не выгонит. И тебе совершенно не обязательно светиться. Ты, главное, меня проведи. Подруга, кто дров наломал, ты или я? Вот. Через час подходи к УВД, у меня смена закончится. Угу. Ну что, личные разговоры, все разговариваем, да? А ты спецсредства у отдежуривших нарядов приняла? Все в оружейке. Почему еще одну книгу не записала? Да записала я все. И позвонила в Васильковское УВД и передала им информацию. Молодец, молодец, Назарова. Только не на то ты всю свою молодую энергию тратишь. Ну что тратить? У меня много энергии. Неужели не замечаешь? Не замечаешь, как Буянов на тебя смотрит? Чего? Ам-ам. Вот. Все отделение замечает. Ты одна, не в курсе. Ты что за глупости говоришь тут? 100% он на тебя запал. Можешь мне поверить, даже не сомневайся, я в этих делах спец. Назарова, мужик, он во. Да, каждый, дай бог, такого Буянова. Потом локти будешь кусать. Ты меня от работы не отвлекай. Ладно. Будешь печеньку? Нет. Если вы не прекратите сейчас же кричать, я вызову охрану. О, охрана меня своей пугает, а я вообще вас засужу. Деньги взяли, результата ноль. Мы не брали никакие у вас деньги. Да, конечно. А я вот прямо сейчас и пойду в полицию. Да я сама сейчас в полицию позвоню за такую клевету. Полиция уже здесь. Давайте мы присядем и спокойно со всем разберем. А вот давайте присядем. А давайте присядем, и пусть разберемся. Она расскажет, куда она деньги дела. Не брала я никакие деньги. Конечно, не брали. Вести себя научитесь сначала. Значит, вы заплатили посреднику? Ну да. Получили чистые бланки. Вечером после вступительного все проверили и переписали. Но заготовленным вариантом никто так и не приехал. И что в итоге? Мой ребенок так и не поступил. Вы если деньги дерете, вы хотя бы это как-то контролируете? Нет, я отказываюсь что-либо понимать. Нет, у нас есть звонки сверху, у кого их не бывает. Но в остальном все честно. Какие деньги? Да какие? Вообще-то немалые, 50 тысяч. Вы понимаете, вас обманули.
какие-то мошенники воспользовались ажиотажем вокруг нашей гимназии. Вы дубликаты бланков не захватили случайно? А, у меня оригиналы есть. Они же не забрали ничего. Бланки подлинные. Там и штамп, и подпись моя. А кто мог взять эти бланки? Никто! Листы, проштампованные и подписанные, хранятся в сейфе до дня экзамена. Хотя, погодите. Мой секретарь. Маслова. Простите, простите. Это мы с мужем эту аферу затеяли. Зарплаты небольшие, думали на пенсию. Ну, расскажите подробнее. А, я секретарь-делопроизводитель. Значит, я оформляю бланки для вступительных. Ключа сейфа тоже у меня. Вот и оформляла лишние. Альбина Петровна не знает, она не догадывалась, подмахивала. Дел у нее много. А я потом эти бланки в сейфе меняла до того, как Воронова везут. А посредником был муж? Он не в этой сфере работает. Лицо незнакомое. Вот и помогал. И телефон у него матери умершей остался. По нему с клиентами общался. Так если вы так все отлично наладили, почему же вы у меня бланки-то не забрали? Деньги-то я вам отдала. Да дело в том, что в пятницу перед вступительными мужа на улице какие-то отморозки избили. Еле домой приполз. А я побоялась. Думаю, разоблачат, когда буду собирать работы. Решили не рисковать. Не думали, что родители так быстро права начнут качать. Да, конечно. Да мы потом хотели все вернуть. В голове не укладывается. Марина Васильевна, как вы могли? Ведь столько лет вместе. Юбилей собирались праздновать. Марина Васильевна, мне надо срочно поговорить с вашим мужем. Он в больнице? Нет, отказался. Дома пластом лежит. Поехали? Да. Прекрасно. Сень, ты как? Да, живой. Прости, Сенечка. Разоблачили нас. Это из полиции. Проходите, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Вы знаете, кто и за что вас избил? Нет. Да не важно. У меня только один вопрос. Все остальное потом. Вы видели вот этого человека? Если встречались, но не скажете, я все равно это докажу. Не надо ничего доказывать. Я устал. Больше не могу. Мариш, прости. Она не виновата. Это я убил того парня. Вы убили Константина Фалеева? Да не, ну как убил? У меня в мыслях не было убивать. Но получается, что убил. Расскажите. Ну, этот родитель, Фалеев, действительно мне позвонил. В назначенное время подсел ко мне в машину. Добрейший вечерочек. Сумму помните? 50. Тут такая незадача. Деньги задержу. Вы в долг поверите? Я клянусь, все отдам, даже с процентами. Зачем нужно было время тратить? Свое и мое. Разговор окончен. Мужик, ну войди-то в положение. Мы с женой в разводе, отношения сложные. Она попросила. Ну не мог ей признаться, что я на мели. Машину освободите. А сын единственный. Я так виноват перед парнем. Ну, может, найдем какой-нибудь выход, да? А то ведь я того и гляди. Чё? А заложу вашу подпольную контору. Ну, в расстройствах-то. Ладно. Раз ты такой прыткий... Есть варик. Отлично. Такой? Отработаешь деньги натурой. Чего? Разнорабочим.
Мы с женой дачу перестраиваем. У тебя как со временем? Руки-ноги из нужного места растут? Руки на месте, времени вагон и опыт строительный имеется. Договорились. Только уговор, чтобы никому ни слова, где ты что-то работаешь. Есть, шеф. Давай сюда свои бумажки. Какие бумажки? Ну, там, бланки, что ли. Ну, ты даешь. Прыткий какой, шустряк. Отработаешь дней 10, тогда и получишь. И что, отработал? Да какой там? Это он на словах только, великий строитель. Пару дней поработал и со стропил навернулся. Насмерть. Господи. Я его там на стройке закопал, бетоном залил. Могу показать. Не, ну... Ну, испугался я, ну чё. Размахнулись, однако. Дворец со службами затянули. Ну, чё у вас там? Нет там никакого трупа. Мало того, и не было. Это я вам как специалист говорю. Ни малейших следов захоронения. Как нет? Не может быть. Шантажисту. Так, так, тихо, 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 тихо. Ну, чё стоишь? Звони в скорую. Булочку передайте, пожалуйста. Ой, Альбина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы как здесь? Да вот, мы вызвали показания дать в связи с махинациями во время приема. Понятно, раз дело завели. Вся репутация прахом. Не знаю, отмоемся ли, да и вообще. Переживаете из-за Маслова? Ну, 12 лет рядом. Я уверена, ни Марина, ни ее супруг на преступление не способны, если бы не их сынок обожаемый. А у них сын? А кто он? Да никто. Дурак великовозрастный. Ему 30 лет, а они его всю на своем горбу тянут. Ну, себя Масловы тоже не забывали. Вон какую дачу строили. Ну, какая это дача? Это мини-ферма. То есть? У Димы дела в городе не пошли. Но они решили его фермерством увлечь. Участок своему под это пожертвовали. Марина так радовалась, что он хоть чем-то увлекся. Ну, а мы, коллеги, ее восторга не разделяли. У Димы все одним и тем же заканчивается. Так вот, куда все деньги-то шли? А отец, выходит, сыну строить помогал. Да ну что вы! С его артрозом! Он и на даче-то этой редко бывал. А где сейчас этот Дима? Я не знаю. Марина говорила, вроде в отъезде. Я там присяду. Конечно. Приятного аппетита. Взаимно. Умоляю, его нельзя беспокоить, ему стало хуже. Или вы за мной? Да вы просто телефон отключили. Это ваш сын? Дима ни при чем. Он только приехал. Пойдемте поговорим. Думаю, ваш отец был потрясен пустой могилой, потому что ничего не знал. Он покрывал вас? Расскажите, это в ваших интересах, потому что если Фалеева убили... Да кто его убивал-то? Он сам кого хочет. Сейчас расскажу, как все было. Отлично. Короче, не везет мне. С фермой родители запутали. Размахнулся по-серьезному, а денег на рабочих не дали. Шабашниками перебивался. Еще и отец этого Костина подкинул. Фалеева? Он мне понравился поначалу. Прикольный мужик. По душам поболтали, да и вообще. Я ему про себя рассказал.
что по жизни не везет. Да и надежда только на предков. Он меня слушал и говорит. Фу, вот знаешь, Дим, от чего все твои неудачи? Ну? Родители тебя задавили своей любовью. Слишком они у тебя активные. Это да. Вот от этой мини-фирмы. От нее ж прибыли не будет. Одна морока. Могу тебе даже на пальцах доказать. Да ну, и что советуешь? Хочешь, поехали со мной? Закрутим с тобой совместное дело. У меня идея есть 100 баллов. Какая? Мне так долго рассказывать. Тебе понадобится первоначальный капитал. Блин, родители, если ферму брошу, ни копья не дадут. А мы хитрее. Сделаем так, чтобы они помогли тебе, сами того не подозревая. Заодно от опеки избавишься. Говори, что надо. Для начала разыграем спектакль. Какой спектакль? Детективный. Костел магаз гонял, косметики купил. Мы его загримировали под убитого и сфоткали. Я отцу позвонил в истерике, типа его шабашник со стропила упал, шею сломал, да еще и на штырь напоролся. Так убедительно психовал, что аж себе сам поверил. Еще и фотку переслали. А отец? Примчался. Где? То, труп. Где? Там. В подвале закопал. Ты что наделал на него? Я ж просил ничего не трогать. Ты долго ехал. Я тут один с мертвяком. Думаешь, не стрёмно? Да ты пойми, надо ж полицию вызывать. Фиксировать несчастный случай. Как теперь быть? Да какая полиция? У нее арматура под ребрами. Подумают, что убили. С другой стороны, если вызвать, спросят, как он здесь оказался. История с гимназией потянется. Тогда точно в случайность не поверят. Да не будут его здесь искать. Он здесь не живет, а у нас секретно потрачу. Жена. Он встречался с бывшей женой. Разведенка? Так тем более. Скажет, что не видел, подумает, что свалил. Ладно. Оставим все как есть. Только место забетонируем. Показывай. Зачем вы все это разыграли? Так Костян все рассчитал. Я отцу позвонил, сказал, что меня какой-то мужик видел, как я в подвал труп тащил. Миллион нужен. Немного с родителей-то. Ну а что, раз они из гимназии так проворачивают, миллион не найдут. Костян сказал, если мы запустим дело, они еще и спасибо скажут. Но не срослось. Почему? Я знаю. Отец сначала в панику ударился, типа денег нет. А потом вообще сказал, что сам разрулит. А мне велел к тетке в Новгород затихариться. А Фалеев? Свалил сразу же. Ясен пень, зачем ему партнер без денег? А вернулись-то почему? Мать позвонила и сказала, что отец в убийстве сознался. А, то есть Марина Васильевна была не в курсе ваших дел? Ну, она, как и вы, подумала, что я убил, а отец меня прикрывает. Сказала, что в Новгороде сидел, еще и трубку бросила. Ну, а что мне там сидеть, если в подвале никого нету? Вот я и решил приехать, рассказать все. У отца инфаркт, да еще и побили. Кто избил? Знаете? Откуда? Засада полная, короче. Лизуша, а тебе какое время лучше? Вечером в будни или утром в субботу? Ты о чем? На курс психотерапии тебя записываю. По лечению тревожных расстройств. Зачем? Я не пойду. Есть проблема, надо ее решать. Поделаешь упражнение, аутотренинг освоишь. А вторым пунктом сходим в ЗАГС и распишемся. А что у тебя третьим пунктом? Ну, а потом сосредоточимся на Вите. Я тут еще один курс присмотрел. Диагностика и коррекция детско-родительских отношений. Да не коррекция ему нужна. Ему нужно, чтобы его любили. Понимаешь? Успокойся. Все будет хорошо, я гарантирую. Это все твои нервы. А я что говорил? Сам Фалеев все разыграл. Опыт, знаешь ли. Все равно надо его найти. Слушаюсь, товарищ начальник. Назаров, мы, между прочим, и без твоих управленческих указаний неплохо так справляемся. Да? Да? Например? Например, мы оперативно задержали хулиганов, которые Маслова избили. А, да? Вот это вы молодцы.
А то. Попались хлопчики на камерах слежения. Один из них, кстати, заявил, что это был заказ. То есть им заплатили? А кто? Да непонятно. Молчат, как рыба об лёд. Боятся, наверное. Слушай, как думаешь, может быть, Маслова какая-нибудь мамочка обиженная заказала? Вряд ли. Вообще, дело тухлое. Эти же самые отморозки заверяют, что они не громили квартиру у Фалеева. Да вообще первый раз такую фамилию слышат. И что? Если так, то пускай у меня дело Маслова забирают. Я вообще-то по Фалееву работаю. А чего, кстати, Буянов тобой интересовался? А что? Не знаю, подходил к нам с Калитой, спрашивал про твою личную жизнь. Анкету, что ли, составляй? Не знаю. Мне идти пора. Привет, Ильгиз. О, Клаша, привет. Как семья, как учеба? Все хорошо, дочка красавица. Теперь здесь работаешь? Да, участок больше, платят лучше. Скажи, а это здесь хулиганы мужчину избили в пятницу? Да, в этой подворотне. Я его нашел, да? Скорую хотел. Ни в какую, домой поковылял. А им ведь уже задержали хулиганов. Да. А этот мужчина избитый, он часто здесь ходил? Каждый день собачку выгуливал. Вон в том сквере. Вообще-то у нас тихо. Мне повезло мужчине. Да нет. Выяснилось, заказали его. Да ну? Слушай, а ведь за ним следили. Серьезно? Да, сейчас вспомнил. Дня за три до того какой-то мужик на него смотрел. Из машины. Внимательно так. Я думал, знакомый. А как он выглядел? Как людоед, только без бровей. Погоди-ка. Алло, Лиза. Здравствуйте, это Глаша. А помните, вы мне про мужчину рассказывали, который Константина искал? Не помните, как он выглядел? Да как выглядел? Как людоед. И без бровей. Визитки не оставил, хотя я просила. Он потянулся к барсетке? О, вспомнила! На барсетке была такая... такой значок, ящерка. Думаю, что... не логотип. Производителя, скорее всего, корпоративный знак. Я товароведом работаю, немного разбираюсь. Спасибо. Есть зацепка. Спасибо, Ильгиз. Семье привет. Хорошо. Такой классный. Сама сделала. Угу. Ой, Глашка, замуж тебе надо. Смени уже тему. Ломоносские гимназии результаты вывесили. Твои, к сожалению, не прошли. Да знаю. А вот Лизин Витька прошел, представляешь? Причем сам без страховки. Лиза рада, наверное? Да, конечно, рада. Но все равно киснет. С Антоном у них что-то там опять, видимо, не клеится. И сны эти дурацкие. А, кстати, что там по поводу следствия? Ты тоже кисло. Кашин опять затормозил, раз Фалеев жив. Значит, приходится все самое. Понятно. Глаш, ничего, что я здесь, как бы. Прости, тут просто новая тема появилась, корпоративный значок. Такая желтая ящерица на синем фоне. Ты не встречала? Не, вроде нет. Вот я тоже, уже 2 часа ищу. Если ящерица же, это же значит, либо с названием связано, либо с деятельностью. Возможно. А что интернет у нас говорит? Да ничего. Подожди, вот это, покажи. Вот эту гадость, да, точно, мы видели недавно в парке. И Толик сказал, что называется она Тритон. Давай посмотрим. Тритон. Так. Тритон. Огромный морской бог, спутник планеты Нептун, ядро радиоактивного изотопа водорода Трития. Подожди, а я что-то слышала про Тритий. Подожди, с Тритием работает Гамолин. Это кто? Приятель Фалеева. Владелец фирмы «Феникс». А. Тогда при чем тут Маслов? Подожди, сейчас, секунду. Да, я работаю у тебя. Саш, привет, это Назарова. Ты сегодня дежуришь? Можешь посмотреть, с кем работает Маслов? Да, тот из сводок. Спасибо. Маслов – начальник производственной лаборатории фирмы «Феникс».
Как я раньше не догадалась спросить у него. Глашка, ты крутая. Поиграй со мной. Пожалуйста, мне так скучно. Глашечка. Подожди. Глашечка. Добрый день. Здравствуйте. Простите, можно спросить? Да. Просто любопытно. У вас же фирма «Феникс»? Ну да. А почему тогда у всех ящерицы на значках, а не птицы? Так это у нас новый проект. «Тритон» называется. Лампочки будем делать вечные. Ну, начальство банкет закатило. Вот, всем выдавали. Спасибо. Пожалуйста. Роман Александрович, здравствуйте. Мне с вами поговорить нужно. Вы меня помните? Да, помню, но некогда, извините. Подождите. Всего минута. Я тебя потом... Простите, некогда. Представители смежников едут. Да и о чем говорить? Я же все рассказал. Как раз таки не все. Поэтому есть основания считать вас причастным к исчезновению вашего друга Фалеева. Девушка, прекратите ваше приставание. Я из полиции. К вам у меня, кстати, тоже есть вопросы по поводу избиения гражданина Маслова. Тише. Пройдемте в мой кабинет. Присаживайтесь. Я так понимаю, вам лучше правду рассказывать. К тому же я в этой истории только пострадавший. Недавно я такое уже слышала в Лесогорске. Нет, правда. Насчет пострадавшего. Как я вам и говорил, Фалеев явился ко мне 10 числа, просил миллион. И вы отказали. Да, но черт меня дернул похвастаться своими великими успехами. А ведь ты в мой бизнес не верил. Говорил, что я бескрыл и слишком осторожничаю. И вот видишь, все получилось. Слышал что-нибудь о проекте по выпуску отечественных самосветящихся приборов? Не пришлось. Крупный проект. 20 предприятий задействовано. Так вот, мой «Феникс» выиграл тендер. Так что мы теперь тоже в деле. Смотри. Это тритий. Изотоп водорода. На таком топливе приборы могут лет 20-25 без подзарядки работать. И замена батареек. Будем лабораторные исследования проводить. Предварительные. Радиация? Что, испугался? А зря. Тритий в капсуле не опасен. Хотя, теперь не забалуешь. Придется кучу протоколов соблюдать. И опять же, наше межведомственное разгильдейство. Прикинь, мы еще «Феникс» под право работы с радиоактивными веществами не переформатировали. А они уже третий шлют. Ну, реально, крыша едет. А ты говоришь, дай взаймы. Что дальше было? Тогда ничего. Фалеев ушел. А через несколько дней ко мне прибежал начальник лаборатории Маслов. И сказал, что из лабораторного сейфа исчезла капсула с тритием. Капсула с тритием исчезла. То есть как исчезла? Сам не пойму. А вчера уложил все на место. Сейф запер, свидетели есть. И вот внешний контейнер на месте, а капсулы нет. Где охрана? Костя, мне сейчас некогда. Судя по голосу, пропажа обнаружена. Это ты? А ты думал, кто? Я же говорил, фантазии тебе не хватает, жмотяра. Ладно, обрисуй ситуацию. Если ты сейчас поднимешь хай и вызовешь охрану, то ее начальник, кажется, Родионов... Одним нервным тиком не отделается. По инструкции он в течение часа должен сообщить, куда следует, о пропаже радиоактивного вещества. А я что? Ну, возьму он и хоть в реку эту капсулу выкину. Задержат, скажу, ничего не знаю, и ты крайне выищешь. Всесильным себя возомнил. Ничего, и доказательства найдем, и тебя уроем. Верю, верю. Но только пока ты будешь искать доказательства, информация расползется, и твою птицу «Феникс» выкинут из проекта, как мокрую курицу. Но есть вариант, Гамуль. В течение часа ты переводишь на мой счет теперь уже 2 миллиона за моральный ущерб. Тогда наш лаб приедет, куда я скажу, и получит обратно вашу капсулу в целости и сохранности. Он же сейчас рядом стоит. И даю слово, тема с пропажей трития никогда не всплывет. Моя бы воля придушил бы мерзавца. А что было делать?
Вытряхнул счета, перевел ему 2 лимона. И Фалеев вернул вам капсулу? Через Маслова. Рассказал ему, типа, куда ехать. Но вот тут-то самое интересное и выяснилось. Так. Я, когда на Члаба за капсулой отправил, снарядил за ним охранника. Ну, типа, приглядеть издалека. Наплел что-то про анонимку. Волновался за третье. И что охранник? Не догадаетесь. Сказал, что Маслов никуда не ездил, ни с кем не встречался. А весь вечер за углом в кабаке просидел. То есть? То и есть. Развели они минопару. Фалеев с Масловым. Никуда капсула не пропадала, здесь была. Выходит, они были заодно? И что вы сделали? Вы лучше спросите, что я мог сделать. Ничего. Даже Маслова побоялся уволить, он же начал. Ну, обидно же, черт. Пошел тоже в кабак напился. Велел с горя Родионову хотя бы Маслова проучить. Только не сразу и чужими руками. Хоть какое-то облегчение. Еще разгромить квартиру Фалеева? Я что, камикадзе такое устраивать? Вот когда Тритон наберет силу, посмотрим. Попросил пока Родионова справки о Фалееве навести. Чтобы знать, где потом искать гада. Гамолин утверждает, что перевел 2 миллиона. Срочно проверь банковские счета Фалеева. Что он с деньгами сделал? Так, Назарова, а ну не учи ученого. Я отправлял запрос в банк, как только мы розыск начали. И? Они подобные запросы заказным письмом шлют. Ждем-с. Звони в канцелярию. Звони. За что мне это все? Алло, Машуля, Кашин. Да, подожди. Мне там письмо из банка не приходило? Как 3 дня? А куда ты его положила? А, ну да. Ладно, все, давай. Пока. Ну вот, выписка из банка господина Фалеева. 20 числа переведено 2 миллиона. 21-го деньги сняты, счет закрыт. 3 дня назад это могло быть известно. Ну, бывает. Нет, не бывает, а тормоз ты. Скажи, ты Макса Бородина из Лесогорска на допрос вызывал? Бородина? Вызывал. На следующий понедельник. Ты понимаешь, что если Фалееву удалось достать деньги, скорее всего, он вернулся в Лесогорск за машиной и наверняка за Кристиной. Значит, этот Макс Бородин нас обманывал, надо ехать туда срочно. Ага, сейчас. На ночь глядя без санкций начальства. Ты Назарова вообще берега попутала. Все должны под твою дудку плясать. Лень, послушай меня. Я поеду в Лесогорск только в соответствии с оперативно-розыскным планом, а не когда тебе заблагорассудится. Буянов у себя? Свалил твой обожатель. Куда нам не докладывай. Понятно. Что тебе понятно? Что пока есть шанс найти Фалеева живым, я должна все делать сама. Этого мне не хватало. А вы куда? А, мы в гимназию. Школьную форму покупать там своя. Ясно. Молодец. Сам поступил. Ну, говорил же, зря волнуешься. Квитанции из ящика заберите, 100 лет не заглядывали. Хорошо, ты как всегда прав. Это от папы, да?
позвонил кто-то. Макс сразу уехал, ничего не сказал, даже ужинать не стал. Кристин, скажи, ты правда не видела Фалеева со дня того скандала с поцелуем? Правда, я клянусь. Заперто. А ключи у Макса, наверное, остались. А машина-то на месте. Хозяина бы еще найти. Слушай, а кто мог мужу позвонить? Я не знаю, но кто-то не очень знакомый, потому что Макс весь задергался, сразу прыгнул в свой внедорожник и уехал. Секунду. Алло, Кашин? Лень, ты прости, да я тоже тормоз. Оказывается, Бородин уже не в Лесогорске, и телефон вне доступа. Скажи, ты не мог его случайно спугнуть? Ну, там, позвонить ему? Алло. Прости. Подожди, ты что думаешь, что Макс Костю? Я еще ничего не думаю, ничего. Ты, главное, будь на связи, хорошо? Я пойду дальше действовать, а ты будь на связи. Хорошо. Трофимыч! Вечер добрый. Даша. Глаша. Ну, удивила. Ну, теперь я тебя без чая с фирменным вареньем никуда не отпущу. Вы уж извините, я опять по делу. А чего ж так поздно-то? Припозднилась. Слушай, я уже дом собирался закрыть. Так бы и стучалась всю ночь. Я по поводу вашего жильца Константина Фалеева хотела уточнить. Не, Костик не появлялся, не. Я теперь за этим строго слежу. Как уехал, все с концами. Я просто в прошлый раз даже не догадалась его комнату осмотреть. Можно? Так не вопрос. Пойдем посмотрим комнату. Что хочешь, покажу. Пойдем. Проходи. Вот так мы живем. У смотри. Вас тут прям музей. Да. Лесогорск славен народным творчеством. Вот у меня племеши настоящие художники. Мастера художественной росписи. Ну, ты полюбуйся, да? А я скажу за ключами. Так, пойдем покажу комнату. Пойдемте. Ключ взял. Вот, смотри. Вот тут Костя и живет. Все предметы на своих местах, я ничего не трогал. Но думаю, уже скоро пересдавать, наверное, надо. Потому как деньги нужны. Да. Получается, все самое нужное с собой забрал? Ну, видимо, так. Я тоже так думаю. Потому что не думает, наверное, возвращаться уже. Ну, мне уже пора. Спасибо вам. Рисунок. Что? Подождите. Выходит, все-таки Фалеев вернулся в Лесогорск и был здесь? Ну как? Трофимыч! Трофимыч, где я? Да ты не волнуйся, милая. Ты долго мучиться не будешь. Сейчас мои племеши вернутся, сделают тебе укольчик успокоительный и отправят тебя к твоему Костику. Вы где его держите? Да кто же его держит? Он в болоте или на небесах. Костик-то, он догадливый был, не то что ты. Он сразу скумекал, что мои племеши не только художеством занимаются, а еще у них есть отхожий промысел. Правда, Костик подумал, что они не деньги рисуют, а документы. И он вернулся сюда, загранпаспорт справил, понимаешь? Зачем? Видимо, петух клюнул. Захотелось человеку в загранку, заграничной сладкой жизни. Но тут я смекнул, что, наверное, делать-то нечего в загранке без денег. Значит, у него есть какие-то средства. Ну, я так присмотрелся и нашел под кроватью сумку с миллионом. Ну, кто же от такого фарта-то откажется? Ну, кто, понимаешь? И мы с племешами подумали и решили, что такой фарт нельзя упускать. И отправили твоего Костика на болото за загранпаспортом. Знаешь, Трофимыч, я работаю в полиции,
и за мной скоро приедут. Ой! Ты понял меня? Мне еще нужно про тебя легенду придумать, да. Про то, как ты вот так, чтобы комар носа не подточил, понимаешь? Знаешь, у меня на такие дела талант. А вот и племеши. Сейчас мы тебе быстренько укольчик и сделаем. Подожди, кто ты? Алексей Трофимович, я здесь! Я здесь! Я здесь! Вперед! Давай пакуй быстрее, нам Назарову еще в больницу везти. Слушаюсь. Машина. Как нога? Ах, распухла немного, голова болит. Счастье, что фальшивомонетчики оказались плохими убийцами. Должны были Фалеева утопить. Подальше в трясине. Мы испугались лезть, бросили с краю. И убивали тоже наспех. Тюкнули камнем по голове, думали, готово. А Фалеев выжил, пришел в себя, выбрался еле-еле. Долго по лесу ходил. Давай, ноги изранил, обессилел. Каким-то чудом дополз до шалаша лесника. Нашел там какие-то медикаменты, провизию. Там его охотника нашел. Фалеев назвал телефон Бородина. Бородин примчался, они его отвезли в больницу. Врачи сказали вовремя, так как гангрена уже начиналась. Как вы меня нашли так быстро? Бородин и позвонил. Фалеев пришел в себя, все рассказал. А я в то время в отделении был. А Кашин сказал, вы уехали. С ним уедешь, с лентяем. Представляешь, удосужился забрать результаты экспертизы по отпечаткам из квартиры Фалеева. Ведь отпечатки по моему делу проходят. А зачем фальшивомонетчикам квартиру громить? Пока не знаю, думаю, из жадности. То есть? Они наверняка нашли в вещах Фалеева банковской квитанции на обналичивание 2 миллионов. А в сумке было меньше. Фалеев, оказывается, часть денег своему сыну оставил. Решили, что он в квартире устроил заначку и пришли искать. Так вот, когда Бородин позвонил, Кашин признался, что ты самовольно в Лисогорск поехал. Мобильный твой уже не отвечал. Я понял, что медлить нельзя. Назарова со своей везучестью обязательно что-нибудь вляпается. Все раскроет сама, еще боевое ранение получит. Боевое? Да я хотела выбраться, уронила на себя раму, упала. В общем, и ничего я не раскрыла. Фалеева Бородин нашел. А если бы Каша не тормозил, все бы в два счета скрутилось. Но ты не прибедняйся. А гимназии, а фирмы «Феникс». Я в курсе. Кстати, слышал краем уха, как ты Бородину мозги вправляла. Может, он поэтому поехал друга спасать. Все, мужики, пора, поехали. Так что, молодец вы. Глафира Игоревна, ну что, везучая. Повезли тебя в больницу. Ой, Глашонок, что у меня... Ой, прости, простите, прости, Глашоночек, прости, пожалуйста, прости. Света, все, конюк. Все. Так, это вы? У Машки боли, у Наташки боли. У Глашонка не боли. Прости. Давай неуклюже. У меня для тебя кое-что есть. Дарам-пам-пам. Вкусняшка от Толяшки. Курочка жареная, понюхай. Аромат, чувствуешь? Так, куда поставим? Пойди сюда. Точно? Подожди, сюда. Сегодня я буду твоим лечащим врачом. Так, кабачки тоже Толя готовил, но я помогала. Да-да-да. Мой вклад тоже в это есть. И что у нас дальше? Йогурты. Обязательно в холодильничек. Свежайшие помидорчики, огурчики. Жаль, что не с нашего огорода, но все, ты. И твои любимые. Вы что, меня решили закормить совсем? Нет, просто свою вину чувствую, что ты за меня на больничный загремел. Да ладно. Слушай, как ты думаешь, если человек тебя носит на руках целый час, хотя, например, мог бы попросить костыли, это что значит? Это значит, что я хочу подробностей. Да рассказывать нечего особо, просто странно. Что значит нечего? В смысле не... Пирожков не будет. Сейчас. Нет? Нет? Ну ладно. Ну-ну. Ну как ты? Оклемался? Да, нормально. Только на душе тошно. Думаешь, дело заведут? Наоборот.
Столько всего натворил, а, похоже, сухим из воды выйду. Да еще с 2 миллионами. Это как? Следователь был. Сказал, Гамолин утверждает, что деньги мне по доброй воле судил. Это он за свой третий, что ли, боится? Наверняка. Ну, контракт ему все окупит, лишь бы не сорвался. А Дима этот маменькин сынок, он посвящался с родителями, и теперь они от меня тоже отпираются. Вот получается, что я всего лишь пострадавший. И что плохого? Не знаю. Да перегнул я палку с Гамолиным, да и с Масловыми. Ты знаешь, как у меня идея-то родилась? Вот эту жесть нафантазировать ради денег. Ну? Когда на стройке мне Дима душу изливал, и он брякнул, что его отец служит в Фениксе, начала бы. Ах ты ж, думаю, это мне тебя боженька послал. Феникс, это же фирма Гамолина, жмота. Ну, думаю, я сейчас комбинацию вам такую разыграю. За все отомщу. Так я все спросить хотел, а как ты заставил Маслова-то на себя работать? Так мы же с его Димой фейк с этим шантажистом разыгрывали. Вот я папочке и позвонил от лица шантажиста. Ну, голос, конечно, изменил и говорю, если у вас нет денег для того, чтобы платить мое молчание насчет трупа на даче, есть вариант вытянуть деньги из Гамоля. Ну, начала бы только оставалось, что улучшить момент и временно припрятать капсулу. А потом сообщить шефу о пропаже. Ну, когда я прикажу. Капсула-то маленькая, охрана неопытная. Вот все и получилось. Ловко. Так знаешь что? Я вот когда действовал, все себя успокаивал, что Гамолин, он же скряга, трус. Масло вообще жулье. А сейчас думаю, а я-то чем лучше? Всю жизнь что-то творил. Зачем? Но я тебе, Кость, не судья. Сам хорош. Если что могу предложить, так только работу. У меня тут кое-какие мыслишки интересные нарисовались по поводу реконструкции избушки нашей. Ты правда? Только уговор. Сунешься к Кристине? О, нет, никогда. Ты что думаешь, я исчез-то, чтобы с чистого листа начать? Я же понял, что никто мне, кроме Лизы и Витьки-то, и не нужен. А я их потерял. Так, орлы, по пирогу идите поиграйте в коридоре. Давайте, давайте. Ну, кстати, я сегодня тут 5 по информации. Объели мы тебя, дочка. Да ладно, все равно худеть пора. Скоро на выписку. Я вам что хотела сказать. Я тут пока бездельничала, я ребятам подыскала новую школу, очень приличную. Там и продленка есть хорошая. Я директору позвонила, она говорит, можно. Спасибо, уже не нужно. Нас в гимназию номер 1 приняли. В Ломоносовскую? Это как? А есть еще пирожки? Так. А мы посуду помоем. Взяли? Хорошо. Ага. Обыкновенно. Там в связи с последними событиями дополнительное тестирование провели. А мальчишки прошли. И что, они на отлично написали? Ну, не все же такие непутевые, как ты. Ну да, не все. Здравия желаю. Как сегодня? Да как и вчера. Тихо, спокойно. Это чье место? Назаровой. Она же на больничном. Выписалась уже и сразу на инструктаж нарядов пошла. Активная, неугомонная, боевая. Девчонка, во! Во! Сегодня 1 сентября. Повышенная готовность. Фотография красивая. Очень. Назарова вернется, передай, чтобы ко мне зашла. Да-да, она обязательно сегодня вернется, и я обязательно передам. Я прошу, не беситесь на перемене. Ладно. Давайте.
В общем, так. Учителей слушаться, с мальчишками не драться. Папа, папа! Витька, ух, ух ты какой! Лиз, тебе. Фалиев, ты совсем ку-ку? 200 000 Почтовый ящик пихнуть, а? Ну, 1 000 000 не пролезал. А остальное я дослать собирался. Да бог с ними, с этими деньгами. Лизка. Понял. Давай на связи. Да-да. Можно? А вот и я. Заступили на дежурство. Как самочувствие? Да вот, нормально, починили меня. Глафира Игоревна, хотел попросить привести в порядок ваше рабочее место и не забывайте субординации, мы все-таки на службе. И отношения между сотрудниками должны быть чисто служебные. А что я... Простите, много работы, можете идти. Алло, Ир, Петрович пусть зайдет. Да ладно тебе, Глаша, мы же пошутить хотели. Ну, поставили фотографию, ну, думали, тебе приятно будет. А про то, что Буянов ко мне неравнодушен, тоже пошутили. Угу. Ну, прости, пожалуйста, прости нас. Ох. Болит? Вот это. Ну. Глаш, ну, так-то вообще в тебя можно влюбиться. Ты меткая, ты, ну и так далее. Ладно, я попозже еще зайду, вижу, что ты не в духе.